За 3,5 миллиона рублей пытался продать коммерсанту хорошее проходное торговое место 48-летний директор рынка на Северо-Востоке в Петропавловске. Против него возбуждено и расследуется уголовное дело. Директора рынка подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Как рассказали в краевом следкоме, первую часть платы за предоставление выгодного места в сумме 900 тысяч рублей злоумышленник получил от коммерсанта еще 4 года назад. А на днях, когда ему передали оставшиеся деньги свыше 2,5 миллионов рублей, его взяли с поличным камчатские полицейские. За совершенное директор рынка рискует отправиться за решетку на срок до 12 лет.